Молчание. Нерастраченная сила. Живой водой наполненный сосуд. И боль, что я Иисусу приносила, когда вершился справедливый суд. Достоин смерти, правда говорила, зачитывая небо приговор, а я уже прощенная, любила того, кто принял за меня позор. Я всматривалась в высоту молчания и видела его спокойный взгляд, когда приговоренный к бичеванию, он был изранен, а потом распят. Мы встретились глазами на мгновение. Иисус, что я смогла произнести, увидев плату за мое спасение, сорвалась еле слышная. Прости. Его любовь текла по рваным рамам моей души, искупленной в крови. А я смотрела, как в пробитом храме завеса разрывалась до земли. Свершилось. Мне подарено спасение. Но я еще не в силах осознать всю глубину отцовского прощения и силу промолчать.